Девчонки, всем привет! К нам приехала новая модель Чак 70 в полностью бежевом цвете, бежевый верх, бежевая подошва с вишнями. Давайте я вам их покажу и на их примере расскажу, как отличить оригинал. Поехали! Изначально мы с вами смотрим по упаковке. Она красивая, ровная, не мятая, по центру логотип. И мы проверяем по вот этой этикетке на коробке. Вот он, артикул модели А08863C. Он указан здесь, и он указан внутри на ярлычке. Смотрите. Вот он в левом верхнем углу, А08863C. Вы на официальный сайт Converse зашли, там вашу модель по артикулу нашли. Размер обязательно маркируется только так, как здесь, UK, евро и обязательно сантиметры, не миллиметры. И, конечно же, наличие половинок размера. Вот, например, 39,5, 41,5, 37,5 и так далее. Идеально подбирается по вашей стопе. Смотрим на коробке, вся информация соответствует. Видите, UK, евро 39,5 и 25 сантиметров стопа. Тут QR-код. Вы можете отсканировать специальным приложением электронный знак, и вы увидите всю информацию о вашей модели, размере и, конечно, об официальном дистрибьюторе. А теперь давайте смотреть сами кеды. Посмотрите, какие они красивые. Очень красивый бежевый цвет. Логотип кожаный, аккуратный, пришит кверху ткани. Все сделано аккуратненько, красиво. Сзади вот такой вот логотип. Вишни – это вышивка, носики идеально правильной формы, узкие, ровные, плоские. Резина глянцевая, блестящая. И вторую ножку вам покажу. Все то же самое, все сделано идеально. Все строчки красивые, аккуратные, уголочки ровные. Носики идеальные, логотипы тоже. Внутри стелька мягкая, не плоская, есть супинат. И надпись на ней четкая, плотная. В наличии полноразмерный ряд по половинкам размеров. Прикольный бежевый цвет. Будет совсем хорошо сочетаться с любым образом. И в то же время очень необычный. Приходите, выберем